Всем привет, ребят! С вами, как всегда, ваш канал системного администратора. Сегодня я хотел бы вам рассказать, как можно дать права, например, какому-то пользователю, чтобы он, например, имел больше прав и вносил какие-то коррективы в вашей операционной системе или в ваших программах. Для того, чтобы это сделать, нам нужно на моем компьютере под учетной записью администратора нажимаем правой кнопкой мыши, выбираем управление, переходим локальные пользователи и группы открываем, выбираем пользователи и, например, выбираем, кому мы хотим дать права. Например, видим, что у нас есть, вот, например, учетные записи, и мы можем либо дать, либо забрать права. Для того, чтобы это сделать, правой кнопкой мыши нажимаем и выбираем свойства. Выбрали свойства, переходим в членство в группах, выбираем и видим, что у данного пользователя, который называется СА, есть членство в группах. Он может состоит в администраторах и состоит пользователи удаленного рабочего стола. Например, мы хотим забрать у него пользователи удаленного рабочего стола. Нажимаем удалить и тем самым мы удалили. Нажимаем применить, нажимаем ОК. Все, больше у него данных прав нет. Он не сможет пользоваться удаленным рабочим столом, который встроен в операционной системе Windows 10. Чтобы снова дать ему права, нажимаем на него правой кнопкой мыши, выбираем свойства, выбираем членство в группах, выбираем добавить, здесь нажимаем дополнительно, выбираем поиск, открываем чуть-чуть шире и видим, какие мы права можем дать. Например, давайте снова дадим пользователю удаленного рабочего стола, нажимаем ОК, как видим, вот добавляется, нажимаем кнопку ОК. Все, в принципе, опять мы снова эти права ему дали. Нажимаем применить, нажимаем ОК. Так же самое мы можем зайти на другую учетную запись. Правой кнопкой мыши выбираем свойства, выбираем членство в группах. Как видим, это у нас гости. Выбираем добавить, дополнительно, нажимаем поиск. И мы можем дать, например, права администратора. Нажимаем кнопку ОК, нажимаем ОК, и мы дали права, получается, администраторы. То же самое выбираем удалить. Нажимаем применить, нажимаем ОК. Вот таким вот нехитрым способом мы можем давать и забирать права любым пользователям под учетной записью администратора. Вот, в принципе, ребят, на данном этапе я завершу данное видео. С вами был канал UX системного администратора. Ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь видео с друзьями. Всего вам хорошего. До свидания.